В Одинцовском округе завершается прием заявок на участие в премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества «Добро ОГО». Она является выражением общественного и профессионального признания организациям и гражданам за значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета и присуждается в номинации «Доброволец года», «Благотворитель года», «Добрая инициатива», «Социальный журналист года», «Социальная СМИ года», «Добрая компания» и «Детская инициатива». Принять участие в ней могут физические и юридические лица, НКО и общественные организации. На одном из этапов предусмотрено народное голосование, где жители округа смогут отдать свой голос за самого достойного номинанта. Награждение состоится в преддверии Всероссийского дня волонтера 5 декабря. Подать заявку можно до 25 октября.